Друзья мои, привет! Я вам сегодня в апреле расскажу, как открыть грибной сезон. А грибы в апреле уже растут, несмотря на то, что есть снег. И это вовсе никакие не поганки. Поехали! Итак, вашему вниманию обалденный, невероятный и красивый гриб саркосцифа алая. Есть еще саркосцифа австрийская, очень ценится в Европе. Похоже по вкусу на свиные ушки, гриб редкий, растет только в экологически чистых, уникальных местах. То есть, если в окрестном лесу вы встречаете подобный гриб, значит, у вас очень и очень хорошая экология. Растет этот гриб колониями. Как вы видите, грибочки еще молодые, только-только выходят. Ну, в принципе, они так небольшие по размеру.